В Плёском музее-заповеднике подготовлен большой подарок для Вячеслава Зайцева. В год, когда мэтру моды исполняется 80 лет, Зураб Церетели дарит ему свое творчество. «Цветы для маэстро». Картины привезли в Плёс и смонтировали под личным контролем дочери художника Елены Церетели. 11 натюрмортов и 7 работ в технике объемной эмали заняли 2 зала музея. Когда мы монтировали, я поинтересовалась, почему так много подсолнухов. Это, как и сам объяснял автор, недостаток солнца, который он испытывает в Москве. Но самое главное, вы это видите, это энергетика Грузии. Это действительно грузинское искусство, начиная от цвета, от подачи. Объемная эмаль – древнее искусство Грузии. Оттачивал технику Зураб Церетели более 50 лет. Первично пластины были плоскими, но скульптуру захотелось придать деталям формы. Как мне говорила Елена Зурабовна, эти эмали, они должны долго выдерживаться. Дело в том, что первично делается обжиг. Но стекло со временем, видимо, трескается, портится. Поэтому они закаливают сначала в Москве, как она сказала, на крышах при морозе минус 30, а потом данные пластины путешествуют в Грузию и тоже на крыше при минус, вернее, при плюс 50-40 градусов. И вот это мы понимаем уже мастерство, это искусство. Для Плёса и для всего региона выставка эта уникальна. Настоящий подарок не только для Вячеслава Зайцева, но и для всех жителей губернии. Познакомиться с творчеством Зураба Церетели в Музее пейзажа можно будет до 12 августа. Воспользоваться этой возможностью искусствоведы приглашают всех, особенно ивановцев. Жители областного центра среди посетителей непозволительно мало, рассказывают сотрудники музея. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Плёс.